кажется, что уже люди придумали, как продлить жизнь на 50 и на 100, но просто смысл раскрывать нам эти секреты пока не предоставляется возможным самому государству. То есть, если это будет, и это будет доступно даже сначала за большие деньги, то потом, ну куда деваться от людей-то будет? Будет кто-то жить вечно, а кто-то помирать, как все в 40 на шахтах и так далее. Если это, да, я думаю, есть такая штука, но мы о ней узнаем позже. Не знаю, как позже, но позже. Вот как только, я не знаю, там в Швейцарии там разгоняют этот коллайдер, он у них ломается и так далее. Ну, разгонят они, посмотрят, из чего атом состоит, и как это все, как мир создался. Ну и все быстренько у нас, как из взрыва принято считать, что из большого, теория большого взрыва. Не знаю. Мне кажется, что человечество само себя пожрет, уничтожит, если уже так глобально копаться в этом вопросе, то оно придумает какое-нибудь такое оружие, да уже, я думаю, придумало. Все эти атомные станции, которые просто Чернобылю плоды мы пожинаем до сих пор и будем пожинать. А их сколько? Нью-Йорк трясет, ну, вернее, Нью-Йорк, я вру. Лос-Анджелес. А это город ангелов, между прочим.